Сегодня у нас 94-й день войны, и в этом видосе я коснусь двух моментов, а именно момент номер один. Для всех тех, кто еще не понимает, что любая материя или форма является энергией, то вспомните, когда вы едите, то форма, которая попадает в вас, дает вам энергию, соответственно, становится энергией. Ну, то же самое происходит примерно с тачкой, когда в нее заливаешь бензин. В данном случае бензин является материей, а машина преобразователем. И получается энергия. Но все формы и вся материя, в принципе, по сути, энергия. Просто не всю мы можем переработать и выработать из нее энергию. Но не в этом дело. 50 секунд потратил. А основной момент, который я хотел коснуться, это момент того, вот когда просветленные говорят, что, мол, ты это не тело, ты это не ты, ты это вот весь этот мир. Для тех, кто еще не до конца понимает, о чем идет речь и как это вообще все происходит, и как такое вообще может быть, и все мои подписчики знают, что это для меня основной как бы головняк, за что я топлю, что мне самому интересно, и что я по мере прихода информации сразу же ставлю в известность вас. Так вот, просветленные, когда говорят, что вот ты это не ты, а ты это все. Сразу же все обламываются на примере, когда говорят, да, ну вот сейчас я молотком по пальцу ударю, и ты поймешь, что ты это ты. Вот. А ударю там молотком по стенке, и ты поймешь, что стенка это не ты. Так вот, все немножко не так. Вся суть в следующем. Что вот, например, когда мы представим, что где-то на острове извергается вулкан. Мы видим чаще всего, ну, те, кто живут там не на этом острове, видим его там по телевизору, в телефонах или еще где-то в других источниках информации. Нам это интересно, мы там, каждому интересно свое, но мы получили информацию. То есть, в любом случае, это стало частью нашего сознания. Второй момент, когда, например, гибнет друг на этой ебанутой, гребаной войне, блядь. Чтобы они сдохли, те пидорасы, которые сюда полезли. То есть вот момент, в котором ты, не дай бог, конечно же, кто-то узнает о гибели близкого человека, да, на фронте. Да, непосредственно палец на ноге у него болеть не будет, но я думаю, это существенно поменяет его текущее состояние. Может даже критично, если это родственник. То есть степень влияния, воздействия повышается в разы. И следующий, третий пример, конечно же, палец под молотком или молотком по пальцу. И то, к чему я клоню, это то, что понимание того, что ты не тело, а ты все вокруг, состоит не из того, что ты, скажем так, происходит прямо у тебя под носом, а со всем, что становится частью сознания. То есть ты всегда теперь будешь с этим жить. С вулканом. Не ты, а кто-то там другой. Не дай бог, конечно. Смертью близкого. Ну или если ты, то это как бы палец молотком по пальцу. И вся суть в том, что это просто разные контуры. Точно так же, как когда мы там цветочком чешем пятку, то мы только чувствуем, что что-то там происходит. А когда мы перышком или усиком, или волосинкой, кошачьей волосинкой почешем кому-то нос, то он аж чихнет. Вся суть в том, что когда говорят, что ты это не тело, а ты это все вокруг, имеется в виду, что в данном случае все вокруг энергия. И ты являешься тем, что энергия преобразовалась таким образом, чтобы она смогла нести сознание и накапливать его, работать с вниманием. И по сути это просто то, что ты, я и все остальные субъекты являются. Это локализованная форма энергии. Вот так, да? Ты понял?